Я Алексей Ницца, и сегодня расскажу о сервисе StoryMap, который позволяет объединить события на карте и добавить разный визуальный контент, чтобы получить настоящую историю. Войти в сервис можно с помощью своего аккаунта Google. Я создам карту, где отображу информацию о последних 5 хакатонах теплицы и для удобства укажу ссылки на материалы каждого хакатона. Сервис работает очень просто. Он похож на создание презентации из нескольких слайдов. Каждый слайд – это точка на карте и информация, которая может включить в себя фото и видео, а также ссылки и описание. Также есть возможность вставлять элементы с помощью кода. После начального слайда я добавлю по очереди города в обратном порядке, где мы проводили хакатоны, и начну с Нижнего Новгорода. Добавив описание и ссылку на материал, я добавлю фотографию и нажму на превью, чтобы посмотреть, как это выглядит. Нужно не забывать ввести в строке адреса Нижний Новгород, чтобы на карте появилась точка. Итак, я проделал такие же манипуляции с другими городами, и в итоге у меня получилась такая интерактивная карта-презентация. Нажав «Share», можно поделиться картой с помощью ссылки или вставить ее с помощью кода на свой сайт. Переходя по ссылке, посмотрим финальный результат. Теперь скопируем код и вставим его на сайт. В зависимости от темы вашего сайта, можно отредактировать значение высоты встраиваемой карты, чтобы все отображалось корректно. Итак, мы видим, как интерактивная карта отображается на сайте. С помощью нее можно узнать о последних хакатонах теплицы, где и когда они проводились, а также перейти по ссылкам на материалы каждого хакатона, чтобы узнать, как это было.